Мы снова на выставке, снова стенд компании Pulsar. И сейчас про новый цифровой прицел, про новую модель прицела Pulsar DigiSight Ultra N455. Пойдемте посмотрим. 455-я модель DigiSight будет выпускаться в двух вариантах. Во-первых, версия без дальномера, она уже в ближайшее время будет доступна на российском рынке. А также через какое-то время мы получим модификацию с дальномером. Чем 455-я отличается от предыдущей модели? В ней переработана практически вся электроника. Прибор получил более высокочувствительный сенсор, его разрешение 1280 на 720 пикселей, также более высококачественный экран с разрешением 1024 на 768. Переработан окулярный узел, минимальная оптическая кратность прицела 4,5. В 455-й модели переработана система профилей. Теперь в прицеле можно сохранить до 50 значений при стрелке. Это реализовано за счет 5 профилей, в каждом из которых можно сохранить по 10 значений, которые вы можете использовать для различных боеприпасов, для различных дистанций, а также если у вас несколько видов винтовок, то под каждую винтовку можно завести отдельный профиль. Помимо системы профилей, в 455-й Ультре переработаны прицельные метки. Большинство из них проектированы таким образом, что они пропорционально меняют свои размеры в зависимости от кратности, как это сделано у прицелов классических оптических, у которых сетка расположена в первой фокальной плоскости. Но здесь есть преимущество. Дело в том, что сетка на любом увеличении остается минимально тонкой. Это позволяет комфортно работать по малоразмерным целям даже на большой кратности. Цель маленькая, мы увеличиваем, а при этом сеточка остается очень тоненькой. Вот это удобно. Прицельных меток здесь 10 штук. Можно поменять яркость и цвет прицельной метки. Некоторые выглядят очень оригинальными. Тут есть даже сетка, которая мне напоминает прицельную сетку из прицела ПСО. Очень приятная сетка. Из нюансов хочу отметить, что аккумулятор для прицела с версией с дальномером будет иметь крепление под внешний инфракрасный светитель. Это важно, стоит учитывать. Обе версии Ультра с дальномером и без дальномера будут доступны на российском рынке, как мы ожидаем, уже в этом году.